Всем привет! С вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое автопостинг. Автопостинг – это комплексная программа, предназначенная для автоматического размещения контента в социальные сети с возможностью задавать время публикации. Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим это понятие на примере хозяина небольшого продуктового магазина. После открытия своего дела перед вами появляется целый ряд задач, которые необходимо делать ежедневно. Это обслуживание клиентов, закупка товаров, поиск поставщиков и многое другое. Естественно, справиться со всем этим своими силами не представляется возможным. Поэтому вы нанимаете сотрудника, который будет помогать в решении рабочих вопросов. Точно так же требуется делегировать какие-то задачи при работе в интернете. А роль помощника берет на себя автопостинг в социальных сетях, который поможет сэкономить свое время. На сегодняшний день существует множество социальных сетей, и для каждой из них нужна специальная программа. Существуют сервисы, помогающие объединить несколько каналов в один и выполнить настройку одновременно на несколько ресурсов. К выбору утилиты для публикации сообщений нужно подходить очень ответственно, так как администрация социальных сетей крайне негативно относится к продвижению страниц с использованием ботов для автопостинга. Обычно на первый раз можно отделаться легким испугом и предупреждением, а при дальнейшем злоупотреблении этой функции можно получить и вечный бан. Давайте рассмотрим наиболее безопасные программы для продвижения своего ресурса. SMM Planner. Этот сервис обладает минимальным количеством функций, но пользоваться им можно бесплатно. В системе существует специальная бонусная программа за участие, в которой дают баллы, и в дальнейшем можно использовать для автопостинга. При наличии даже минимального бюджета все эти процедуры не нужны. Огромным плюсом является то, что он поддерживает большинство социальных сетей. Мегапост. Помимо автопостинга можно настроить также кросспостинг и автоматическое удаление. Имеет не очень большой функционал, но при размещении одного поста может продублировать его во все социальные сети. Есть функции для удаления сообщений. Sushade. Шикарный проект с очень легким интерфейсом, идеально подойдет для начинающих пользователей. В этом сервисе также можно продавать рекламу на своих площадках. К сожалению, поддерживает работу только в Facebook и ВКонтакте. Робопостинг – отличная платная программа для продвижения. Помимо огромного функционала, она имеет возможность публиковать посты, беря их из вашего блога. Поддерживает практически все известные социальные сети. Вне зависимости от использованной программы, процесс настройки осуществляется по схожему принципу. Давайте рассмотрим на примере сервиса RoboPosting. Регистрируемся в проекте и оплачиваем необходимый тариф. Открываем папку на компьютере, в которой находятся заранее созданные посты, картинки и текстовый файл. Заполняем различные сценарии. Они необходимы для того, чтобы систематизировать публикации. Например, с понедельника по пятницу у вас будут информационные объявления, а на выходные – продающие. Каждую группу обозначаем как отдельный сценарий. Это значительно упростит дальнейшую работу, так как при следующем размещении можно будет просто выбрать нужную папку. Выставляем временной интервал. Можно назначить конкретное время, в которое будет появляться пост, а можно указать промежутки между размещениями. Чтобы понять, как правильно сделать автопостинг, нужно научиться понимать поведение пользователя и действия конкурентов. Например, большинство сообществ публикуют объявления в 16:00, 20:00 и так далее. Они забывают, какую важную роль отыгрывают минуты. Одновременно в такое время публикуются сотни постов, и пользователи даже не успевают акцентировать на них свое внимание. Если вы разместите объявление в 16:02, то вероятность того, что в этот промежуток вы не встретите конкурентов, значительно выше. Нет особого смысла публиковать посты рано утром или тогда, когда платежеспособная публика находится на работе. Лучше сосредоточить свои усилия на вечернее время. Не публикуйте исключительно товарные посты. Пользователям нужно давать интересную информацию. Всегда используйте красивые картинки. Сухой текст всегда привлекает меньше внимания. Не забывайте отслеживать публикации, которые набрали много лайков. В следующем месяце некоторые из них можно будет использовать снова. Автоматизация процесса не всегда хорошо. Автопостинг может сэкономить ваше время на подготовку и публикацию постов, но иногда его использование сказывается отрицательно. Разберемся подробнее.
Основное преимущество любого сервиса для автопостинга – экономия времени для его владельца. Но помимо этого существует еще целый ряд того, чем он может быть полезен. Возможность раскручивать свой проект одновременно в разных социальных сетях. Вы создаете один текст, а он автоматически дублируется на все доступные ресурсы. Получение аналитических данных. Большинство утилит дают подробный отчет о проделанной работе. В нем можно посмотреть, какие публикации больше всего нравятся подписчикам, время самого большого охвата аудитории, пол и возраст участников. Подключение Google Analytics. Если статистики собранной программы недостаточно, сервисы предоставляют возможность просматривать данные в системе аналитики Google. Работа с приложениями через компьютер. Некоторые социальные сети имеют только мобильную версию. Хороший пример – Instagram. Используя утилиты для автопостинга, можно управлять аккаунтами с портативного компьютера, а не с телефона. Использование некачественного сервиса для автоматических публикаций может снизить траст вашего сайта и в дальнейшем привести даже к бану, если поисковая система сочтет опубликованный автоматический контент сомнительным. Высокая стоимость. Чем больше услуг предоставляет программа, тем она дороже. Не всегда цена месячного абонемента меньше дохода ресурса. Технические проблемы. Если в утилите произойдет какой-то сбой, вы рискуете слишком поздно заметить, что ваш контент не публикуется. Ограничения. В тех случаях, когда необходимо в постах использовать видео или аудиофайлы, следует внимательно выбирать программу для автопостинга. Далеко не все из них предоставляют такую возможность. В процессе выбора приложения для автопостинга руководствуйтесь не только низкой ценой. Самое важное – это функционал и возможность работать с несколькими социальными сетями. Уже по истечению первого месяца вы поймете, как много времени и сил смогли сэкономить вам эти программы. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под этим видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.